тем, у кого сегодня середина недели, для вас рассказочка на ночь. После оживленного рабочего дня я как настоящая busy bee, парадоксально для себя решила, что в спортзал я сегодня никак не дойду, а вместо этого я прогуляюсь по набережной. Да, у нас у олигарха жизнь другая, набережная рядом, идем, наслаждаемся жизнью. А набережная, как вы помните, это Key или Embankment. Там красота действительно неописуемая, множество деревьев, которые уже практически распустились, на них очень, по непонятным причинам для меня, много амелы, которая mistletoe. Для визуализации происходящего, вот она, Busy Bee, идет она по Embankment или Key, mistletoe перед ней и 2.5 километра. Как бы 2.5 километра, это вам, конечно же, о спорт это мир, но там я встречаю вот такого интересного персонажа. Такая эффектная миссис с не менее эффектным арт-объектом в руках, имя которому A Shopping Stroller. Ходить за покупками, go shopping, можно по-разному. Хоть left, хоть right. Главное знать, с каким инвентарем туда ходить. И что покупать? Особый интерес у меня вызвало содержимое shopping stroller. Это курица? Или все-таки индейка? И все-таки, это chicken или turkey? Спросить у леди не особо удалось, она занята. А как вы думаете, что это?